Осень – время легкой меланхолии, новых аватарок в желто-оранжевых красках и главной головной боли всех модниц. Что же будет актуально в новом сезоне? Давайте узнаем. Одна из основных тенденций в моде – это комфорт и удобство. Отсюда мы принимаем на себя одежду кроя оверсайз, свободные силуэты, поясные сумки, которые не будут стеснять движений. Осенью очень актуально надевать оттенки приглушенные, пастельные, все оттенки коричневого, зеленого, хаки. Также сегодня актуальны все принты анималистичного жанра, стиль вестерн. Что такое вестерн? Это такие ковбойские западные мотивы, бахрома, актуальна замша, но это идет не всем девушкам. Екатерина, поделитесь своими наблюдениями, насколько челябинцы выглядят стильно, модно, молодежно. Давайте мы посмотрим с вами на примерах. Да. Красивый холодный оттенок изумруда в сочетании с белым, контрастным сочетанием белым и черным, абсолютно полностью подходящим к ее внешним данным. Поэтому молодец, красиво, достойно, со вкусом. Стоит это платье 1500. Курточка стоит 2000. Ботинки? Ботинки 1500 тоже. И сумка? Сумка 500 рублей. Пальто 5000, кофта 2000. Подарок? Подарок. Будем считать подарок. Ботинки из американского сайта, они стоили $40 максимум с доставкой. Сколько ты можешь потратить на одежду? За пальто, я думаю, больше 15 тысяч я не отдам. Девушка в бежевом пальто классно соединила два стиля. Стиль casual – это свитшот, пальто и классику – юбка. У молодого человека отличное чувство цветовых решений. Он подобрал не черное пальто, а пальто оттенка navy blue, темно-синее. Пальто 19, рубашка 3, брюки 3. Ну, где-то так все. Но в целом ты хотела бы пожурить, да, мужскую половину нашего города? Но, к сожалению, многие из них не следят за собой. Это касается их стрижки, это касается неухоженности в образе. Я желаю всем мужчинам нашего города все-таки обратить на себя внимание, полюбить себя и следить за собой.